Проект «Активный гражданин» дает первые результаты. Благодаря акции жители этого дома смогли решить проблемный вопрос. Со дня эксплуатации здания ремонтные работы здесь ни разу не проводились. О конкурсе народных инициатив жильцы узнали через СМИ. Первым делом собрали нужную сумму. Ведь по условиям конкурса участники должны были вкладывать в проект не менее 10% от заявленной суммы. В данном проекте нам было участвовать несложно, чуточку понимания друг от друга. Дружные, у нас очень дружные люди живут в подъезде. Мы, когда узнали об этом проекте, собрали собрание, все дружно решили. Каждый понемногу вложил свою лепту. Всего подано 24 заявки, комиссия одобрила 9. На реализацию проектов район выделил более 2 миллионов рублей. Сумма софинансирования составила более 700 тысяч. Мирный, Айхал, удачный, светлый, алмазный. В поселениях уже ведутся работы по улучшению качества и комфортности проживания. Проект предусматривает софинансирование граждан, реализации этих проектов. Причем софинансирование может быть как в виде денежных средств, каких-то своих материалов, также может оно быть в виде труда, который они сами применят при подготовке этих объектов. Участники проекта первым делом облагородили фасад, отремонтировали козырек при входе, который то и дело протекал во время дождя, полностью преобразили и первый этаж, стены выровняли, поменяли плитки. Стало светло и уютно, говорят жители дома. Все очень довольны, счастливы. Проект действует, и уже есть результаты. В этом убедились жители дома Амосова 96. Иванна Филиппова, Алексей Меркулин, «Алмазный край».